Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру Angry Birds Stella, и у нас на очереди 59-я миссия. Запускаем сову, которая разносит верхнюю башню. Осколки летят на самое дальнее строение, и у нас остается две башни. Запускаем птичку в такой вот шапке. С помощью нее мы разрушаем первое строение и самое нижнее. Уничтожаем всех зеленых свинок и проходим эту миссию. Получаем по итогу миссии одну звезду и после полного почета добираем еще одну. Итого получаем две звезды и набираем 76 тысяч баллов, плюс в наш фотоальбом идет вот такая вот фотография. Переходим сейчас в 60-ю миссию. Это у нас последняя. Следующая тоже будет миссия босс. И запускаем в этом уровне. Начинаем мы эту миссию с птички в такой вот шапке. Заметил, что все меньше и меньше сов. То есть вот этих вот птиц, которые в принципе появились в этой кампании. Ближе к концу уже такая появляется сборная солянка со всех компаний. Тем временем мы разносим две последние башни и проходим эту миссию. По окончании которой мы сейчас набираем одну звезду и после полного почета мы добираем еще две. По итогам этой миссии мы получаем почти 107 тысяч баллов. Идем дальше. У нас сейчас последняя миссия. Но перед этим появляется вот такая вот дымка, которую мы сейчас уберем. За это надо заплатить 200 монет. У нас деньги есть, еще даже остается 91 монета, и приступаем к прохождению уровня. Вот такая вот халабуда на всю карту. С помощью совы мы заваливаем почти половину строения, но проблема заключается в том, что у нас сов всего лишь две. Тут в основном сборная команда из всех компаний птицы. И они не такие эффективные, как сова. На мой взгляд, сова самая мощная вообще из всех птиц, которые у нас были. Запускаем мы сейчас певчую птичку и нацеливаем ее на стеклянную конструкцию, которая частично обваливается, но, к сожалению, мы тут никого не убираем. Запускаем сейчас очередную птицу желтую. С помощью нее мы смогли убрать аж одного соперника. Следующая птица пошла. И сейчас нам надо ее направить. В принципе, после сов мы сейчас направляем птицу уже куда ни попадя. Главное, чтобы кого-то убрать. А вот сейчас мы в очередной раз посылаем сову. И с помощью нее уже заваливаем вторую половину, но не до конца. Строения-то все разрушились, но остались еще свинки. Если бы были бы по всем попыткам только совы, я думаю, что мы бы прошли эту миссию, но отлично. Ну а так, к сожалению, не все птицы хорошо справляются с деревянными конструкциями. В принципе, я думаю, что можно было бы пройти эту миссию намного лучше, но тут надо, что называется, экспериментировать и уже вырабатывать тактику. Это может занять какое-то время, но пока мы сейчас проходим уже как есть. И мы уничтожаем одну зеленую свинку, у нас еще остается одна. Мы ее добиваем молотком нашей палочкой-выручалочкой, которая всегда нас в сложную минуту выручает. Но этот молоток не всегда появляется, за него либо надо заплатить, либо же
ждать, пока соберется достаточное количество баллов. Ну а пока мы проходим эту миссию на одну звезду. Кроме того, из сундука мы получаем 100 монет. Таким образом, фактически нам дымка, которую мы убрали, обошлась 100 монет. Мы всего заплатили 200, но плюс нам 100 вернули. Переходим сейчас в еще одну миссию. Ну, это даже не миссия босс, это просто уровень с повышенной сложностью. Вот так он выглядит. Тут куча шариков. И правильно, надо сейчас выбрать траекторию рикошета. Не думаю, что мы правильно сделали, но тем не менее какое-то количество противников мы убрали с первой попытки. А со второй попытки с помощью совы мы тут завалили строение в самом низу. Еще у нас остаются противники на воздушном шарике. Один уже завалился, второй тоже завалился. У нас еще один остается, летающий. Летающая свинка, которая сейчас тоже упала. Итого у нас остается внизу три свинки, плюс ко всему наверху еще есть. Внизу мы всех убираем, остаются только верхние противники, которых мы сейчас убираем с помощью молотка. Получаем сейчас одну звезду. Это самый максимум. Мы тут фактически использовали все попытки. Но, тем не менее, прошли этот уровень. Кроме того, получаем фотоальбом, такую вот фотографию. Это у нас была 61-я миссия, но я думаю, что это все-таки была миссия следующая, босс тоже. И идет сейчас вот такой вот ролик. Переходим сейчас в следующую кампанию. Так вот она выглядит из таких вот жемчужин. И у нас первая миссия. Запускаем певчую птичку, которая разрушает стеклянное строение. Тут падает вниз мячик и заваливает все конструкции вместе с противником. А в этой кампании у нас ничего нет из новых птиц. Так что будем пользоваться то, что есть. Проходим эту миссию на максимальную оценку. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.